привет, как ваши дела? Я надеюсь, что все очень хорошо, и погода там, где вы живете, наконец-то становится чуть-чуть более теплой и весенней, по крайней мере, у нас так. Чему я несказанно рада, потому что сейчас у меня гораздо больше вдохновения, чтобы заняться своим весенним и, может быть, даже летним гардеробом. Поэтому сегодня я решила собрать для вас небольшой лукбук из моих самых ходовых образов на весну, которые либо я ношу уже сейчас, либо планирую носить более поздней весной. Ну что, поехали! Первый мой образ предназначен для тех дней, когда хочется простоты и комфорта. Со мной, как правило, это случается по понедельникам, потому что я еще не совсем оправилась от выходных, и мозг все еще отдыхает, но дела делать нужно. Я называю это настроение джинсы и футболка, и в такие дни меня очень сильно выручает какая-то чуть более нарядная верхняя одежда. То есть это может быть интересная деталь, как у меня здесь на воротнике, или может быть более необычный цвет. В общем, что-то, что привлечет на себя внимание и создаст впечатление продуманного образа, даже если я собрала его за 5-10 свободных минут. После моего последнего видео очень многие спрашивали, каким сумкам я отдаю предпочтение, и это как раз один из примеров. Мне нравится находить сумки, так называемые no brand, то есть технически у них, конечно, есть название, есть имя бренда, но оно практически неузнаваемо. Такие сумки бывают очень хорошего качества, из натуральной кожи, отлично сделанные, совершенно разных формы, размеров на любой вкус, и при этом они не берут с меня лишнюю денежку за имя бренда, потому что оно не так раскручено. Кто смотрит мой канал достаточно давно, знают, что у меня буквально 3-4 хорошие сумки, которыми я пользуюсь на повседневной основе, и я предпочитаю подкопить полгода или, может быть, год, но выбрать сумку лучшего качества. Или, если хочется здесь и сейчас, то я пытаюсь искать качественный ноут-бренд. Итак, поехали дальше. Это мой вариант образа, назовем его изо дня в ночь, потому что в зависимости от обуви он может быть как повседневным, так и более вечерним, тусовочным. Благодаря уютному кардигану, который закрывает прозрачный пуловер, этот образ выглядит достаточно уместно днем. Та же история с брюками. Сами по себе они достаточно структурированные, но благодаря завязкам выглядят более легко и повседневно. И уже давно не секрет, что я обожаю конверсы, потому что они могут сделать любой образ чуть более хулиганским. Если говорить о верхней одежде, здесь я решила сыграть на многослойности и добавить плащ, который по оттенку перекликается с пуловером. Широкие брюки – это моя любовь на все времена, независимо от времени года, но иногда они могут выглядеть немножко более деловыми и офисными. Мне нравится превращать их в casual вариант с помощью более повседневного верха, каких-то нейтральных оттенков, которые, что важно, не дублируют цвет самих брюк. Таким образом, можно легко избежать костюмного эффекта. Если говорить о верхней одежде, здесь я добавила немножко цвета и поиграла с принтами, чтобы опять же сделать образ более игривым, легким и повседневным. Мне определенно нравится верхняя одежда из комбинированных материалов, потому что она всегда смотрится интересно. Хотя мне бывает нелегко сочетать ее с какими-то более сложными образами, но простые и монотонные такая вещь всегда разнообразит и выведет на новый уровень. Оттенок этого свитера мне нравится называть цветом овсяной каши, хотя, возможно, он именно так и называется. Определенно мой фаворит в этом сезоне, потому что он настолько нейтральный и универсальный, что работает как с теплыми оттенками, так и с холодными. Я в восторге от тренда на необработанный край джинс, потому что это выглядит более свежо, чем подвернутые джинсы. И самый приятный момент заключается в том, что таким образом вы можете оформить, ну, практически любую модель, независимо от ваших предпочтений в этой области. Белые сапоги и ботильоны – определенно один из трендов 2016 года. Причем я заметила их в нескольких показах не только весны-лета этого сезона, но и осени-зимы следующего. Чтобы, скажем так, смягчить белую обувь и адаптировать под холодное время года, мне нравится комбинировать ее с более теплыми цветами. Особенно весь спектр оттенков от бежевых до рыже-коричневых работает очень хорошо. Я выбрала джинсы с высокой посадкой, чтобы сделать образ более расслабленным и ненадуманным. Куртка, выполненная из светлого денима, всегда может добавить налет винтажного стиля. Это как раз то, что я очень люблю видеть в своих образах. На этом у меня все на сегодня. Я надеюсь, что вам понравился мой маленький лукбук. Я буду очень рада, если в комментариях вы поделитесь тем, какие тренды вы присмотрели для себя этой весной, что вы планируете носить, чтобы мы все могли подчеркнуть что-то новое для себя. Также я буду бесконечно рада видеть вас в своем инстаграме @vostrikova_kay. Заглядывайте, если будет время. На этом у меня все. Я желаю вам отличного весеннего дня, хотя сейчас только февраль, официально это еще не весна, но тем не менее. Огромное вам спасибо за просмотр этого видео. Увидимся в следующий раз. Пока!